Через мои руки прошло очень много различных аквариумных рыб. Они измеряются не десятками, а сотнями, так как моя работа связана с зооиндустрией. К одним из них у меня своя любовь аквариумиста, к другим – холодок. В общем, как и любого другого любителя этого хобби. В моих домашних аквариумах есть свои постояльцы, в основном те, которых я поднял с икры и не готов с ними расставаться. Но совсем недавно так сложилось, что у меня появился бычок-кругляк, который был пойман рыбаком в реке Оке. Этим рыбаком был не я. Так началась история знакомства с этой удивительной рыбкой, о которой я расскажу в этом видео. Первые пару дней бычок был необычного синего цвета. Но это не потому, что он испытал сильнейший стресс. Все дело в том, что это самец, который, скорее всего, охранял гнездо с икрой. Об этом я узнал не сразу, так как с этими рыбками и их особенностями к тому времени был не знаком. По всей видимости, он был голоден, а тут к нему под нос крючок с червячком. Ну как тут удержаться? В этот период самец-кругляк действительно интересного, яркого, насыщенного синего цвета. На самом деле, многие самцы из привычных нам аквариумных рыб в период нереста становятся яркими и очень красивыми. Раз уж мы затронули тему разведения, давайте на ней и остановимся. Во время нагула бычки сбиваются в стаи, которые часто состоят или из самцов, или из самок с молодью. Происходит все это дело с конца марта до августа месяца, при температуре воды выше 10 градусов. Как раз в это время самцы набирают цвет, и некоторые из них становятся даже совершенно черными. Каждый уважающий себя самец строит гнездо. Обычно вырывает ямку под камнем, скрепляя песок в ней выделениями придаточной половой железы, после чего завлекает в него самок. Они, в свою очередь, оклеивают потолок гнезда икрой, причем делают это правильными рядами. Каждая самка способна отложить до 1000 икринок. Самец оплодотворяет икру самок и остается ее охранять. Естественно, ему приходится отгонять от икры соседей, которые так и норовят ей полакомиться. Еще одна функция самца – гонять воду возле икры, чтобы вода не застаивалась. Делает он это движениями грудных плавников. Во время охраны гнезда самцы практически не питаются и по этой причине серьезно худеют. Как правило, период такой охраны составляет не менее 2 недель, после чего появляется молодое поколение. Половая зрелость у самцов и самок бычка кругляка наступает не одновременно. Самки готовы к размножению уже ко второму, ну иногда к третьему году жизни, а самцы к третьему-четвертому. Считается, что по истечению своего первого сезона размножения самцы погибают. Вообще, бычки относятся к самому крупному отряду рыбьего царства – окунеобразные. В нем более 1200 видов, но большинство из них живут в слоноватых водах. На сегодняшний день многие пресноводные виды этого отряда живут в аквариумах, и это неудивительно. Возможно, я насытился стандартными аквариумными рыбками, но мне действительно интересно наблюдать за бычком-кругляком. Его поведение не такое, как у всех. Он очень быстро, буквально через 2 суток, перестал бояться меня и всю мою семью. Перестал прятаться в камнях и активно пытался общаться, если можно так выразиться. То и дело подплывал к стеклу с той стороны, где на него смотрят. Демонстрировал себя со всех сторон. Смешно зевал, а иногда будто пронизывал своим взглядом. Окрас этих рыб разнообразный. Есть особи светлые, серые и даже бурые. Рисунок на теле также не одинаков. Более того, у некоторых кругляков он тусклый и практически незаметный. В этом плане у моего бычка, как вы видите, четкий и красивый рисунок. Хочется обратить ваше внимание на его необычные глаза. С одной стороны, ничего необычного, просто круглый глаз, но когда на него попадает свет от аквариумного светильника, пленка глаза по центру становится радужной. Надеюсь, камера передаст этот эффект. Смотрите.
Нельзя сказать, что бычок-рубляк очень активная рыбка. Вообще редкое явление активность у донных рыб, а бычок именно донный представитель рыбьего царства. Более того, при температуре ниже 6 градусов вообще становится малоподвижным. Возможно, именно поэтому он ведет оседлый образ жизни у берега, где вода достаточно быстро прогревается. Однако, нередки случаи массовой гибели этих рыб в жаркое время года. Но не только из-за температуры, а еще и от истощения после нереста. В зимнее же время года легко переносит температуру воды даже ниже 1 градуса. Но в любом случае, бычка, по крайней мере моего, я не могу назвать лежебокой. Он достаточно активен и даже хулиганистый товарищ. Аквариум, в котором он жил, был оформлен для конкурса, все в нем было аккуратно расставлено, вплоть до мелочей. И все было так ровно до появления этого маленького монстра. Нет, он не разнес всю композицию, но он стал рыть ямы, переносить с места на место небольшие камешки и ракушки улиток, а иногда даже постукивать камнями по стеклу, будто пытаясь разбить аквариум. В общем, скучно с ним не бывает. Возможно, он так защищается, ведь в живой природе у него достаточно много врагов. Он является легкой добычей не только для рыбака, но и для цапли. На эту рыбу ведут охоту даже ужи. Бычком-кругляком питается и судак, и азовский дельфин, осетр, каспийский тюлень, и перечень можно продолжать еще очень-очень долго. А чем же питается сам кругляк? Лично я пробовал давать ему множество различных кормов. У меня всегда в запасе не менее 5-6 разного вида корма. Каждый корм он ел с огромнейшим удовольствием. Конечно, в первую очередь я попробовал ему дать замороженный мотыль. Потом таблетки для сомов. Не стоит забывать, что кругляк донная рыба и к поверхности поднимается неохотно. А если и поднимается, то ненадолго. Давал корм в виде чипсиков. В целом проблем с кормлением нет никаких. В живой природе основной рацион составляют моллюски, рачок-бокоплав, ракообразные, черви также входят в рацион, личинки, ну и конечно питается рыбой, которая помещается в рот. В меньшей степени питается растительностью, в целом же это хищная рыба. Кошки, знаете, тоже хищные создания, но порой поедают траву не хуже коз, так и этот приятель. Изучив тонну материала и получив свой опыт по содержанию бычка-кругляка, могу сделать вывод, что эта рыбка легко адаптируется к разным условиям содержания. Если вы решите завести себе это чудо, то точно не пожалеете. Но не забывайте о том, что бычкам, как и другим аквариумным рыбкам, необходима фильтрация и аэрация воды.
Подмена воды не реже, чем раз в 7 дней. В качестве грунта одинаково хорошо подойдет песок, мелкий гравий или даже крупные окатанные камни, как в Черном море. Самое главное, не забудьте сделать укромные места, где кругляк сможет отдохнуть от хозяина и от соседей. Для этого можно использовать крупные камни или искусственные гроты. Тут уж у каждого аквариумиста свои вкусы в дизайне аквариума. Обогреватель, скорее всего, вам не понадобится, если в комнате, где стоит аквариум, не бывает резких перепадов температуры. Бычки любят прохладную воду, как, например, золотые рыбки или многими любимый аксолотль. Не стоит к бычку подсаживать мелких рыб и креветок. Не забывайте, что это хищная рыба, а вот соразмерной холодноводной рыбкой уживается легко. Если у вас остались вопросы по содержанию бычка-кругляка, пишите в комментариях под этим видео. Я постараюсь ответить каждому. Ну а теперь, к счастью бычка, я решил его выпустить на волю. Я долго думал о том, стоит ли. Ведь он прикольный и интересный, но на душе шкребет. Он родился в океи и вырос на воле. Это не Данио Рерио, которые из поколения в поколение живут в аквариумах. Эти кадры последние, что осталось от первого в моей жизни бычка-кругляка. Спасибо ему за участие в конкурсе биотопных аквариумов. Спасибо за радость, которую он принес мне и остальным членам семьи. Будем надеяться, что он стал умнее и не окажется в сковородке очередного рыбака.